30 минут играть осталось. Пас неточный, мяч уходит за боковую. Мяч уходит к сопернику. Мохаммед Салах. Вьера получил мяч. Кей может пробить. Вьера спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Из-за боковой мяч будут вводить. Мохаммед Салах. Немного точности не хватило пасу. Будет аут. Макси Моралес. Основное время истекает через 20 минут. Каталонцы переходят в атаку. Какой момент! Гол! Ну, наконец-то! Очень много времени понадобилось, чтобы счет открыть в этом матче. Теперь, может быть, прорвет, и еще забитые мячи мы увидим. Повторяет нам забитый мяч, и можно еще раз восхититься его индивидуальными действиями. Полностью его заслуга этот забитый гол. Протащил он мяч действительно через соперников очень классно. Лучше поздно, чем никогда. Счет в матче открыт. Фердинанд. Лука Модрич. Мохаммед Салах. Барселона идет вперед. Сон с мячом может бить. Нужно играть мяч не у вратаря. Была надежда на опасную атаку, но не получилось. Лука Модрич. Харри Кейн. Лука Модрич. Салах. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Очень скоро судья даст финальный свисток, но пока что нужно продолжать и биться за свою победу. Это я про Барсу, конечно. Минималь. Можно забивать тут. И есть гол! Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно и пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. На этом атака закончена. Хороший перехват. Сон Хэнмин. Можно бить! Барселона получает право на штрафной. Ну и все, от этого матча остается только счет, и он сегодня в пользу Барселоны. Только хвалить их можно за этот матч. Очень хорошую работу они проделали и сыграли сильнее и лучше своего соперника. Больше работали на поле и заслужили эти плюс два. Self-sabotage. Oh well, it's too late. My host body mutates. My head spins, my neck breaks. I love a self-sabotage. Brand new day, got a brand new grin. Got a colony of ants underneath my skin. My bones decay, now I'm gelatin. Did I swear I'm better? Miss Parasite Possessor. The world is burning, I got worms in my brain's gonna bleach my. I hate rust, change my name. The world is burning.
И вновь говорим мы вам привет с футбола. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Это Барселона против Галатасарая. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Патрик Вейра. Харри Кейн. Лука Модрич. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. Нико Шлоттербек. Джереми Фримпонг. Уильямс. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Штрафной в пользу Барселоны. Модрич. Сон. Эрнан Креспо. Салах. Состав Галатасарая всегда был богат на именитых игроков, как на турецких, так и на иностранных. 5 лет в составе Галатасарая провел легендарный румынский игрок Георгий Хаджи. На его счету 191 матч и 71 гол за турецкий клуб. Он один из рекордсменов команды и ее лучших футболистов за всю историю. Из этой атаки что-то может получиться. Команда хорошо двигает мяч. Алисон очень легко забирает этот мяч. Майкл Оуэн. Иньяки Уильямс. Уильямс может бить. Есть гол! Счет открыт! Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Барселона пропустила и теперь отстает в этом матче. Каков будет ее ответ? Харри Кейн. Отбор чисто сыграно. Барселона получает право на штрафной. Лука Модрич. Штрафной в пользу Барселоны. Он уходит от опеки. Три минуты добавлено к основному времени. И нет больше мяча у Барселоны. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Гол у него получился что надо. Мастерство он в полной мере продемонстрировал в этой атаке. Не стал расставаться с мячом, иначе бы можно было потерять темп в этой атаке. А так он все сделал самостоятельно и в шикарном стиле отправил мяч в сет. Давайте немного передохнем. Судья только что завершил первый тайм. Вторая половина матча началась. Мохамед Салах. Федерико Вальверде. Джереми Фримпонг. Алисон Бекер. Куман. Гримальдо. Передача исполнена не лучшим образом. Мохамед Салах. Есть у него поддержка в атаке. Вот он момент, чтобы отыграть один гол, но нет. Мяч идет мимо. Простили они соперника. 30 минут играть осталось. Харри Кейн. Вейра получил мяч. Как он работает с мячом? Всех обыграл. Обиди Пеле. Лука Модрич. Харри Кейн. Потерян мяч Барсой. Джереми Фримпонг.
Иньяки Уильямс. Он получил мяч. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. Опять Барса теряет мяч. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. До конца игры 7 минут. Галатасарай с мячом. Абиди Пеле. Вратарь выручает свою команду в этом эпизоде. Тренер Барселоны производит замену. К чему это приведет? Играть еще одну минуту добавленного времени. И все. Барселона терпит поражение. Неудачный матч получился у них. Равная игра была сегодня, но соперник оказался немного удачливее и все-таки смог вырвать победу. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. В этом матче я не возьмусь угадать победителя заранее, все покажет игра. Дамы и господа, все внимание на поле. Это Ливерпуль против Барселоны. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Мяч будет введен из-за боковой. Мохамед Салах. Мяч у Креспо. Барса начинает атаку. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Патрик Вейра. И пробей! Промахивается он из великолепной позиции. От ворота было всего ничего. Решил пробить на точность и не попал. Обидный промах. Данте. С мячом Рональд Куман. Что-то он может придумать с мячом сейчас. А удар-то будет. Салах очень хорошо сыграл в атаке. И счет в матче открыт. Еще раз мы смотрим, как он забил. Удар получился могучий. Очень хорошо он попал по мячу. И еще хорошо, что ни в кого из игроков такой снаряд не попал. Могло и пришибить. Болельщики Ливерпуля сейчас не в лучшем настроении, и их команда уступает в счете. Лука Модрич. Мохамед Салах. Они уверенно идут вперед, мяч у них. Эрнан Креспо. Патрик Вейра. Мохамед Салах. Модрич. Сон Хюнмин. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Харри Кейн. Одна минута добавлена. Это одна, максимум две атаки. Мяч успешно выбит. А теперь всем нужно пройти в раздевалке и отдохнуть. Уже совсем скоро продолжение матча.
Судья отдает свисток к началу второго тайма. Матч продолжается. Пока что преимущество Барселоны минимальное. Харри Кейн. Кака. Уэйн Руни. Неймар. Патрик Вейра. Мохаммед Салах. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Харри Кейн. Харри Кейн. И это гол! Харри Кейн! Вот это удар с дальней дистанции. Как он классно зарядил пушечный выстрел, прямо как у Колодина. Ну, здесь, конечно, вратаря застали врасплох. Удар получился очень красивым и неожиданным. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. Салах. Александр Арнольд. Патрик Вейра. Лука Модрич. Харри Кейн. Уходит вперед. Харри Кейн. А мяч уже у соперника. Вот это момент у него. В офсайде оказалась команда. Свежий игрок выходит на поле в составе Барселоны. Двадцать минут осталось играть. На этом атака и закончилась. Мохаммед Салах. Уэйн Руни. Задел мяч игрока и будет угловой. И есть шанс отыграть. Алисон справляется с ударом. И эта попытка ни к чему не привела. Получается перехватить пас. Основное время истекает через 6 минут. Мяч снова у каталонцев. Верон. Неймар. Салах. Эрлинг Холланд. Ну и все, от этого матча остается только счет, и он сегодня в пользу Барселоны. Думаю, ни у кого не должно возникнуть вопросов по этой победе. Плюс 2 в счете, очень хорошее преимущество по игре, хорошая усталость от качественно сделанной работы. Это был их вечер. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Сегодня с вами на футболе Георгий Черданцев и Константин Генич. В этом матче я не возьмусь угадать победителя заранее, все покажет игра. Дамы и господа, все внимание на поле. Это Барселона против Манчестер Сити. Ну что, новый день, новый матч. Посмотрим, что приготовили нам команды сегодня. Надеюсь, нас ждет яркая игра. Патрик Вейра.
получается сыграть на перехвате. Эрлинг Холланд. Он накручивает соперников одного за другим. Гол! Получается забить быстрый мяч, и счет уже открыт. Смотрим еще раз. Забитый мяч. Удар получился очень мощным и точным. Шансов у вратаря тут не было. Один-ноль в нашей игре. Данте. Кейн. Лука Модрич. Эрнан Креспо с мячом. Джек Грилиш. Хулиан Альварес. Игроки Манчестер Сити. Может он идти дальше? Гол! Защита с ним не справилась уже во второй раз в матче. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Джек Грилиш. Фил Фоден с мячом. Грилиш. Эрлинг Холланд. Отлично сработал линейный арбитр. Это офсайд. Рио Фердинанд. Трент Александр-Арнольд. Мяч у Креспо. Штрафной в пользу Барселоны. И мяч в воздухе после такого выноса. За боковую выбивает мяч защитник. Данте. Сон Хынмин. Идет с мячом к воротам. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Кайл Уокер. Фил Фоден. Хулиан Альварес. Джек Грилиш. Хорош вратарь, своевременный выход. Судья добавляет 3 минуты к основному времени тайма. Эрнан Креспо. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. А вот и свисток арбитра. Команды отправляются на перерыв. Им есть над чем подумать. Посмотрим, что команда покажет во второй половине. Первый тайм остался за Манчестер Сити. Аут бросает Манчестер Сити. Родри. Джон Стоунс. С мячом Джек Грилиш. Аке. Пас перехвачен, теперь мяч у другой команды. Джек Грилиш. Альварес. Аке. Грилиш. Есть поддержка в этой атаке. Но мяч все же переходит к сопернику. Грилиш. Эрнан Креспо. Фода. Отличный перехват, и он заканчивает атаку. 20 минут осталось играть. Кевин Де Брюйне. Пас неточный, мяч уходит за боковую. Сон Хын Мин. Потерян мяч Барсой. Грилиш. Мохамед Салах. Эрнан Креспо с мячом. Молодец, вратарь спокойно сыграл в таком моменте.
Модрич. Харри Кейн. Тереть мяч Харри Кейн. К основному времени добавлена 1 минута, не густо. И это все. Финальный свисток раздается, и он подводит итог матчу. Барселона терпит поражение. Как ни старались они играть в такой же манере, как соперник, это ни к чему не привело. Повезло еще, что разница только в 2 мяча. Вполне могло быть и больше по такой игре. From the corners of the world, I feel the sound. Take me to your speaker. Gotta work to find the frequency. Self-sabotage. Oh well, it's too late. My host body mutates. My head spins, my neck breaks. I love a self-sabotage. Brand new. I hate rushing.
Патрик Вира. Эрнан Креспо с мячом. Салах. Вира получил мяч. Легко справляется вратарь с этим моментом. Основное время истекает через 20 минут. Патрик Вира. Салах. Какой момент! О-хо-хо! Отлично играет вратарь. Мохаммед Салах. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Сон с мячом может бить. И вратарь не дает увеличить разрыв в счете. Если бы гол сейчас состоялся, игру можно было бы уже, наверное, заканчивать. Можно забивать тут. Ох, какой гол! Какой гол! Вот еще раз смотрим гол. Убийственный удар в девятку, без шансов для голкипера. Просто браво! Счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Пора забивать. Вот так они завершают атаку. Разница становится совсем большой, и никаких шансов у соперника уже нет. Смотрим еще раз этот гол. Не успевает здесь реагировать голкипер на мощный удар. Здорово. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Штрафной в пользу Барселоны. Точнее, нужно Кейну пасы делать. Клаудио Маркизио. Судья решил много не добавлять. Минута до конца. Ну и все, от этого матча остается только счет, и он сегодня в пользу Барселоны. Можно сказать, игра в одни ворота сегодня была. Победили они в отличном... Run for them life when I step into the jungle. Пошли последние полчаса игры. И очень хорошо сыграл в этом моменте Харри Кейн. И он становится автором первого гола сегодня.
Давайте посмотрим повтор забитого мяча. И особое внимание на Мо Салаха. Какую прекрасную передачу исполнил этот мастер. И Харри Кейн очень здорово сыграл в штрафной. Отправил мяч в ворота головой. Здесь у вратаря не было шансов. А теперь надо защищаться. Опасно это будет. Рафаэль Маркес. Руди Феллер с мячом. Есть у него место для движения. Как быстро все меняется в этой игре. Мяч в воротах, и у нас снова ничья. После ответного мяча у нас 1-1. Салах. Уходит от защитницы, идет дальше. А Коча надежен. Шикарный высокий прессинг, и мяч снова у них. Какой момент, пора бить. Опасно. Гол. Мяч все-таки оказывается в воротах, пусть и не с первой попытки, но какая разница. И смотрим повтор гола. Вратаря здесь можно винить в последнюю очередь. Вот что я скажу. С первым ударом все было великолепно, но, к сожалению, не повезло с отскоком. Это вполне может стать определяющим моментом в матче. Они выходят вперед в самой концовке встречи. Кинг. Питер Крауч. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Рафаэль Маркес. Мохаммед Салах. Салах с мячом, это всегда интересно. Времени не так много у нас в игре остается, поэтому угловой сейчас нужно грамотно использовать. И пробил! Какой гол мог сейчас получиться? Классный удар с лета. Действительно, мяч здорово лег на ногу, и удар классный получился, но тут вратарю помог каркас ворот. Феллер. Питер Крауч. Одну минуту играть, больше не добавили. Лука Модрич. Салах. Ну и все, финальный свисток дает арбитр. Поздравляем Барселону с победой. Очень много борьбы было на поле. Обе команды хорошо подготовились к матчу и старались играть без ошибок. Но все равно у одной команды это получилось немного лучше. Got me irritated like razor bumps on faces. Been at this bus stop like I'm saying, and these didn't break. I'm chasing up down my head. Getting fired for always being late. Saying no, being broke ain't fun. I need to get rich, need to quit on lips. When we kiss, we don't need this. If it ain't what I should be doing, what is? Go to hurt the no running from the work. Cause I'm running catches.
So with my ego kinda hard to be submissive. But lately I've been thinking about my vibe that I miss a lot. Gosh, got me blocked like an op. Let me spin the block. I'm a lot, you cannot put me in a box. Тридцать минут играть осталось. Харри Кейн пошел вперед. Не застать врасплох вратаря таким ударом, уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Нужно выходить из ворот, все правильно. Рио Фердинанд. Салах. Пол команды обыграл, ничего себе! Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Сон Хенмин. Модрич забивать должен. Мяч в сетке. Отлично сыграно. Этим ударом он укрепил преимущество своей команды. Давайте еще раз посмотрим забитый мяч. Как же здорово он сыграл корпусом. Сильный игрок. С таким не просто будет в любой защите. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Девитар Бербатов. Мохаммед Салах. Мохаммед Салах. Момент для Салаха сейчас. Сегодня его очень сложно остановить. Он забивает еще раз и оформляет дубль. Повторяет нам этот гол. Великолепный сольный проход. Смотрите, защита просто растерялась. И не менее великолепное завершение. Очень красиво. Отличный матч проводит Барселона, она впереди уже на три мяча. Саид Аль-Увайран. Эрнан Креспо. Легко и непринужденно проходит он оппонента. Есть у него пространство сейчас. И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены. Смотрим еще раз повтор этого голевого прохода. Да, защита здесь просто развалилась. Прошли ее насквозь буквально. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Около 8 минут до конца основного времени. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Какой мяч он кладет. Вот это удар у него с такой дистанции получился. Посмотрите, сколько пролетел мяч после этого удара. Никто и не предполагал, что он в ворота залетит. Игра идет в одни ворота, и у нас 5-0. Я Туре. Харри Кейн с мячом. Удар Кейна! Ну и все, от этого матча остается только счет, и он сегодня в пользу Барселоны. Удивительный матч, у одних получилось все, у других ничего. Смотреть на такое можно было бы долго, но все-таки нужно пожалеть проигравших.
Эрнан Креспо. Кейн. Есть поддержка от атаки, можно что-то придумать тут. И, к сожалению, мяч потерян. Это аут. Димитар Бербатов. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Отличное оборонительное действие. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Клаудио Маркизио. Саид Аль-Увайран. Сон Хэнмин. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Уверен, он с мячом идет вперед. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Отличный момент, но судья останавливает матч вне игры. И мяч оказывается у голкипера. Рио Фердинанд. Патрик Вейра. Ну, какой удар! Отличное исполнение и никаких шансов у вратаря. И вот повтор гола. Классный и, главное, неожиданный удар с дальней дистанции. Кажется, исполненный на удачу, но вот оказался он очень даже результативным. Фортуна повернулась лицом. После ответного мяча у нас 1-1. Яя Туре. Димитар Бербатов. Эрнан Креспо. Есть у него место для движения. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался 1-1 с вратарем и решил зарядить что из силы поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. И нет больше мяча у Барселоны. Яя Туре. Они уверенно идут вперед в концовке матча. Эта команда умеет атаковать. Сейчас самое время попробовать еще раз. Не получается сохранить мяч. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команд. Шанс забить сейчас. Вратарь не забирает мяч, и можно играть. Гол! Именно так нужно действовать на добивании. Вратарь справился с первым ударом, но здесь уже был бессилен. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. Здорово он с мячом идет. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Хороший момент и опасный удар. Вратарю повезло, что не в створ. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Мяч у вратаря без проблем справляется с ударом. Ну и все, финальный свисток дает арбитр. Поздравляем Барселону с победой. Крайне непростой получилась игра сегодня. И очень повезло им, что получилось забить на последних минутах матча и вырвать победу.
Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия для проведения нашего матча. Для вас встречу сегодня комментируют Константин Генич и Георгий Черданцев. Вне сомнений, впереди у нас яркая встреча двух классных команд. Это «Барселона» против «Барселоны». Ну что, новый день, новый матч. Посмотрим, что приготовили нам команды сегодня. Надеюсь, нас ждет яркая игра. Мохамед Салах. Харри Кейн. Потерял он мяч, но кому он достанется? Как он работает с мячом! Всех обыграл! Эрнан Креспо. Харри Кейн. Они с мячом, и атака продолжается. Пора забивать! Гол! Уже в начале матча. Счет открыт. Повторяет нам этот гол. Великолепный сольный проход. Смотрите, защита просто растерялась. И не менее великолепное завершение. Очень красиво. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Харри Кейн. Лионель Месси. Пауло Дибала. Кейн. Мохамед Салах. Может получиться интересная атака. Лука Модрич. Нет, таким ударом его не пробить. Хавьер Маскерано. Эрлинг Холланд. Потерян мяч Барсой. Разрядил он обстановку сейчас. Данте. Модрич. Харри Кейн. Куман с мячом. Есть у него с кем сыграть в атаке. Тем временем соперник перехватывает мяч. Алисон. Мохамед Салах. Пора всем на перерыв. Свисток главного судьи заканчивает первый тайм. Замена в составе Барселоны. Наш матч продолжается. Мяч снова в игре. После первого тайма Барселона отстает в счете и за 45 минут постарается это исправить. Эрнан Креспо. Мохамед Салах. Лука Модрич. Момент у Модрича! Рикошет и угловой будет. Замена будет в составе Барселон. Выносит мяч защитник. Штрафной в пользу Барселоны. Пошли последние полчаса игры. Какой прекрасный пример отбора мяча. На желтую тут вполне наиграл. Горчишник для игрока Барселоны. Решил предупредить его рефери, и теперь надо быть аккуратнее. Тренер Барселоны проводит замену. Лука Модрич. Есть кому в атаке помочь. И мяч в воздухе после такого выноса. Эрнан Креспо. Здорово! Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Джон Стоунс. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Судья назначает угловой удар. Подавать будет Барселона. Для нее это неплохая возможность постараться забить еще один мяч.
Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Они ищут варианты развития атаки и продолжают идти вперед. Все просто. Вынос. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. От ворот мяч будут в игру вводить. Фердинанд. Лука Модрич. Кейн. Эрнан Креспо. Барселона получает право на штрафной. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях и посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку, даже рука потянулась к карману, но в итоге обошлось. Грубый отбор, тут и желтую увидим мы. Итак, кто не понимает слов, тот получает карточку. Да, понял арбитр, что устно, наверное, не достучаться до игрока, ну и решил его наказать вот таким вот образом. Этот удар, проверка вратаря, получилось не очень опасно. Концовку матча команда проводит в атаке. Они получили право на угловой и, если забьют, будут выигрывать уже два мяча. Мохамед Салах. Ну и все, от этого матча остается только счет, и он сегодня в пользу Барселоны. Всего один гол разница в счете, такая победа дорогого стоит, потому что, судя по игрокам, все выложились по полной. Рабочая победа. Всем привет! Отличная сегодня погода для футбола. Дождя не будет, только безоблачное небо над стадионом. Бессменный состав комментаторов сегодня работает для вас. На своих позициях Георгий Черданцев и Константин Генич. Отличная игра впереди, обе команды в хорошей форме и готовы выложиться по полной. Это Барселона против Гента. Спасибо, Георгий. Всегда приятно находиться здесь. Надеюсь, впереди у нас качественный футбол и команды покажут яркую игру. Александр Мостовой. Почаще нужно играть в прессинге, сейчас это сработало. Александр Мостовой. Гарри Кейн. Кейн. Хорош он в отборе, будет аут. Модрич. Есть гол! Счет открыт! Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Повторяет нам голевую атаку. Какой навес у него получился. Прямо идеальный. Да, в штрафной защита потеряла игрока. Хватило буквально кивнуть, и мяч оказался в сетке. 1-0 в нашей игре. Лоран Блан. Зидан с мячом. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Из-за боковой мяч будут вводить. Александр Мостовой. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Алисон отбивает мяч. Мяч успешно выбит. Мохамед Салах. Уже скоро перерыв, и, скорее всего, Барса уйдет на него в роли лидера. Она играет интереснее соперника и атакует более опасно. Все идет к тому, что на перерыв они уйдут в роли лидеров. Пусть преимущество и небольшое, но и это хорошо. Как минимум, у соперника нет и такого. И всегда проще начинать второй тайм, когда ты уже забил. Второму мячу проще найти дорогу ворот соперника. И пойдет он дальше сейчас. Вне игры, к сожалению, для атаки рывок сделан слишком рано.
Много остановок у нас было. 4 минуты, судья добавляет. Александр Арнольд. Мохамед Салах. Есть поддержка от атаки. Можно что-то придумать тут. И это опасно может быть. Вбрасывание будет. Сон Хэнмин. Кейн. Зинедин Зидан. В первом тайме больше не остается времени. Пора на перерыв. Coming up at halftime, don't forget, we'll be having the lucky raffle, and also don't forget the lucky program draw number. Вторая половина матча началась. Поточнее бы сыграть сейчас. Хорошо работает с мячом. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Здорово сыграно в отборе. Аут. Сон Хэнмин. Харри Кейн. Гол! Они забивают и удваивают свое преимущество. Классный мяч нам повторяет. В первую очередь тут стоит обратить внимание, как он здорово сыграл корпусом. Никого к мячу не подпустил и отправил мяч в сетку. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Замену готовят тренеры Барселоны. Данте. Эрлинг Холланд. Игрок давно с мячом и продолжает идти вперед. Мостовой. Зинедин Зидан. 15 минут до конца. Может он идти дальше. И есть возможность тут. Разрыв в счете сокращен до минимума. И теперь команда получает, что называется, психологическое преимущество. И постарается сравнять счет. Смотрим еще раз этот классный индивидуальный проход, который завершился не менее классным голом. Да, в дуэли игрока с вратарем последний потерпел фиаско. Фримпонг. Зидан. Последний шанс у них есть матч спасти. Нужно использовать. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно... Какой момент! Опять он отличился во второй раз в этой игре. Вот это удар у него получился. Пушка страшная, как говорит коллега Черданцев. Хоть и не Колодин бил, но все равно получилось очень мощно. И голкиперу тут никаких вопросов. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1 счет. Судья решил много не добавлять. Минута до конца. Ну и все. От этого матча остается только счет. И он сегодня в пользу Барселоны. Никаких вопросов не осталось к победителям. Когда ты выигрываешь в 2 мяча, нечего спросить ни с удачи, ни с соперника. Ты просто сильнее и точка. Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. На комментаторской позиции сегодня привычный вам дуэт Георгий Черданцев и Константин Генич. В этом матче я не возьмусь угадать победителя заранее. Все покажет игра. Дамы и господа, все внимание на поле. Это Реал Мадрид
против Барселоны. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Реал снова с мячом. Это Роберто Карлос. Данте. Джерард. Рахим Стерлинг. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывание. Гранит Джака. Этот удар опасности для голкипера не имел. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Фердинанд. Патрик Вейра. Мохамед Салах. Какой финт? Вы это видели? Салах оставил свою команду без мяча. Отличный проход. Эрлинг Холланд с мячом. Гол! Наконец-то забивают они. Очень сильно они давили соперника и наконец-то смогли довести дело до конца. Смотрим еще раз этот гол. Не успевает здесь реагировать голкипер на мощный удар. Здорово. Один ноль в нашей игре. Мохамед Салах. Мяч у Салаха. Что он придумает? Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. Эрлинг Холланд с мячом. Ух ты! Ты видел? Я такой надолго запомню. Почти в упор к воротам и настолько мимо мяч прошел. Никогда такого не видел. Пока что у гостей не все получается, и они проигрывают. Но разница в счете небольшая, так что ничего страшного еще не произошло. Всего один мяч забит за 45 минут, на двоих это немного. Хочется верить, что после перерыва мы увидим больше голов. Обеим командам они нужны, чтобы добиться положительного результата. Есть поддержка здесь. Итак, первая половина игры позади, ждем продолжения матча. Наш матч продолжается, мяч снова в игре. После первого тайма Барселона отстает в счете и за 45 минут постарается это исправить. Патрик Вейра. Мяч они отлично держат, но поможет ли это им сравнять счет? Нужно было раньше играть на обострение, довели до потери мяча. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Алисон. Рональд Куман. Сон Хын Мин. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. У Салаха есть варианты для передачи. Уверенный выход вратаря в столь напряженном моменте. И он первый на мяче. Эрлинг Холланд. Рахим Стерлинг. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Штрафной в пользу Барселоны. Лука Модрич. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Идет Барса вперед. Всего одна атака успешная. Им нужна, чтобы сравнять счет. Но хватит ли времени? 5 минут осталось до конца этого матча. Есть у него пространство сейчас. Попробуй, отними. The referee has indicated there will be a
Совсем неудачный матч получился для Барселоны. Ничего не смогли противопоставить сопернику и проиграли. Не всегда получается вытащить вот такие матчи. Они проиграли сегодня, но играли не хуже своего соперника. Тяжелый матч, исход которого решили несколько моментов. Если мы хотим дать определение «отличные условия для футбола», то вот, пожалуйста, они перед нами. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! У нас футбол высшего уровня. Уверен, вы не останетесь равнодушными. Манчестер Юнайтед против Барселоны. Очень и очень нравится мне работать на этом стадионе. Думаю, не ошибусь, если скажу, что матч сегодня нас ждет, что надо. Мяч потерян. Эрнан Креспо. Надежно играет вратарь и выручает команду. Теряет атака мяч в штрафной, вынос. Харри Кейн. Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Фримпонг. Маркиньос. Кевин Дебрюйн. Мальдини получил мяч. Не получилось у Юнайтед мяч себе оставить. Эрнан Креспо. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Прекрасная техника. Нет, здесь был офсайд, слишком рано сделан рывок. Трент Александр-Арнольд. Мохамед Салах. Маркиньос. Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Хорош он в отборе, будет аут. Эдегор. Это Рут Гуллит. Пауло Мальдини получил мяч. Соперник без мяча. Отличная игра в отборе. Пауло Мальдини. Кевин Дебрюйн. 3 минуты добавляет судья. Роберт Левандовский. Абумиян. Пьер-Эмерик Абумиян. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. А в следующий раз выгонит и будет прав. Да, ничего не забывает и не прощает этот арбитр. Коротким пасом разыграли. И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Второй тайм начался с мячом Барселона. Мяч переходит в атаку. Отличная возможность забить. Никаких сомнений не возникло у бокового, и это вне игры. Несложно было разобраться в этом моменте. Игрок в офсайде был совсем без движения, и это бросалось в глаза. Тренер Барселоны производит замену. К чему это приведет? Джон Стоунс. Не удается Юнайтед мяч удержать. Эрлинг Холланд с мячом. Маркиньос. Рут Гуллит. Они теряют мяч. Левандовский.
Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Рут Гуллит. Эдегор. Роберт Левандовский. Опасно это будет. Гол! Ну, наконец-то! Очень много времени понадобилось, чтобы счет открыть в этом матче. Теперь, может быть, прорвет, и еще забитые мячи мы увидим. Гол – это первый, а половина матча, между прочим, вторая. Джон Стоунс. Неаккуратная игра на своей половине поля. Ну как же так можно? Теперь надо снова отбирать мяч. Уверенно играет голкипер и справляется с ударом. Джон Стоунс. Мартин Одегард. Включили прессинг на чужой половине и не зря. У вратаря никаких проблем в этом накаленном эпизоде не возникло. Может он сравнять счет? 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Свежий игрок выходит на поле в составе Барселоны. И все, Барселона терпит поражение, неудачный матч получился у них. Качественный матч провели обе команды, и после таких матчей всегда немного жаль проигравших. Разницы между командами почти не было, и она больше отразилась на табло, чем на поле. Уверен... Привет всем, кто выбрал футбол. Это здорово, потому что погода сегодня подходящая для хорошей игры. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. А от этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Как здорово, что команды сыграют при полных трибунах. Игрокам это должно только помочь. Не сомневаюсь, отличный матч нас сегодня ждет, Георгий. Я Туре. Ирвин. Джеймс Тавернье. Хорошо в отборе сыграно, будет аут. Адам Гложек. Алекс Бальда. Ромео Лавия. Отличный перехват, очень вовремя. Они здорово идут вперед. Есть как продолжить атаку. Ляо. Мяч уходит за лицевую линию. Будет угловой. Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Ромео Лавия. Бальда. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защитника. Аут будет. Не смог он укротить мяч на линии. Адам Гложек.
Алекс Бальда. Мохамед Салах. После такого подката сложно рассчитывать, что не будет наказания. Вратаря в воротах не было. Мяча тоже. Честно говоря, не особо понимаю, как он не попал сейчас в створ ворот. Данте. Лука Модрич. Патрик Вейра. Мохамед Салах. 5 минут. Вот это да. Фердинанд играет надежно и выносит мяч подальше. Кевин Трапп. Яя Туре. Закончен первый тайм. Давайте передохнем и встретимся во второй половине. Начинается второй тайм. Барса с мячом. Ляо. Хорошая игра в отборе. Пас вроде получается. Ну, решай же! Оттащил этот удар Алисон Беккер. Очень хорошая позиция у него была, но это все в прошедшее времени. Была да сплыла. Рио Фердинанд. Рональд Куман. Тридцать минут играть осталось. Ляо. Дидье Дрогба. Атака прервана. Хороший перехват. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывание. Лавия. Адам Гложек. Момент для удара. Харри Кейн. Время матча на исходе. У Барселоны есть последняя возможность забить гол в этой атаке. Гол! И у соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим. Игра продолжается. Повторяют нам гол. Посмотрите, какой хороший навес получился. Ни шанса у вратаря на спасение не было. Сильно и точно он пробил головой. Это вполне может стать определяющим моментом в матче. Они выходят вперед в самой концовке встречи. 85-я минута матча идет. Мохамед Салах. Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, сейчас самое время. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Судье все отлично удалось разглядеть. В этом моменте нарушение в штрафной площади, и у соперника есть отличная возможность сравнять счет. Мо Салах. В убойной позиции Салах. Он реализует пенальти. Еще раз смотрим гол. Очень драматичной получилась у нас концовка. Почти что на последней минуте они все-таки смогли сравнять счет. Счет снова равный. 1-1. Вот и все. У этих команд не получилось определить победителя. Они разошлись миром. И те, и другие хорошо поработали, но так и не смогли сделать решающие усилия, чтобы выиграть. Нам же остается только поблагодарить футболистов за самоотдачу и пожелать им удачи в следующих матчах.
decide to vacate. The war's getting sweet just like a Ribena. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle.